Добрый вечер, Саров. Традиционный вопрос, как настроение? Попоем, попляшем. Жизнь моей плачет и поет, от себя берет, что может. Добро на счастье мне дает поднебесная таможня. Да, там моя душа берет разбег и шалит, гуляет, куролесит. Не умеет проживать свой век без любви, друзей и песен. Да, я не пан и не пропал. Загулял симпатичный молодой и немного холостой, а я не пан и не пропал, лишь немного загулял. Я по радости соскучился, и любовь моя попочится. Я добил отсутствие себя, ощутил потери, похмелье, и душе устроила судьба фейерверки новоселья. Пусть в отлет идет моя мечта, пусть шалит, гуляет, куролесит. Все расставит время по местам, пустота как тень исчезнет. Я не пан и не пропал, я немного загулял, симпатичный молодой, oh yeah, и немного холостой. А я не пан и не пропал, лишь немного загулял. Я по радости соскучился, и любовь моя попочится. Я думаю, можно тут потанцевать, если прям сидеться не будет. Я не пан и не пропал, я немного загулял, симпатичный молодой и немного холостой. Я не пан и не пропал, лишь немного загулял. Я по радости соскучился, и любовь моя попочится. Ну и снова добрый вечер. Сегодня, в отличие от обычной программы, где мы просто поем, я буду немножко говорить, потому что, когда мы сюда ехали, сказали, вас тут никто не знает, у нас есть Дом молодежи, и там выступают известные люди. Вот. А есть молодежный центр, там выступают малоизвестные люди. Так мы поняли, что нам не хватает пока еще известности для... Да? Ну, обманули, потому что сказали, говорит, там молодежный центр, ну, дети будут в основном. Молодежь. Я понял, да. Вот. Кратко. Группа «Экибастуз», Александр Устюгов. Как меня представляют, актер, режиссер, продюсер. Продюсер — это я всегда сам добавляю, когда с девушками знакомлюсь. Ну и просто отличный, скромный парень. И группа «Экибастуз». Мы впервые в вашем замечательном городе.
практически ничего не видели, кроме дворца молодежи. Провезли, и аккордеонист остается с вами, потому что оказывается, чтобы выехать, тоже нужен пропуск. А почему-то впустить и выпустили, а выпускать не выпускаем. Так что если вам нужен аккордеонист в молодежном центре, у вас теперь есть. Свадьбы корпоративные, Сергей Петров. Твои губы. Посмотрела якорями мое сердце, удержать не удалось. Закружила, закачала, где конец, а где начало, мне понять уже не светит, все в душе оборвалось. Твои губы влекут и нравятся, мы незнакомы, пусть так останется. Я не хочу терять дыхание, я с этой палубы сойду заранее. Твои губы влекут и нравятся, мы незнакомы, пусть так останется. Я не хочу терять дыхание, я с этой палубы сойду. Сердца мужские бьются, как фарфоровые блюдца, и просоленные морем могут тоже быть нежны. Эти женские уловки, все канаты и веревки могут стягивать и путать, но мне сегодня не нужны. Твои губы влекут и нравятся, мы незнакомы, пусть так останется. Я не хочу терять дыхание, я с этой палубы сойду заранее. Твои губы влекут и нравятся, мы незнакомы, пусть так останется. Я не хочу терять дыхание, я с этой палубы сойду. Твои губы влекут и нравятся, мы незнакомы, пусть так останется. Я не хочу терять дыхание, я с этой палубы сойду. Твои губы мы незнакомы, пусть так останется. Я не хочу терять дыхание, я с этой палубы сойду. Я раздеваюсь, потому что тут жарко, фонари светят. Будем считать, это стриптиз небольшой, как бонус для тех, кто пришел. Если нас немного человек, я вас абсолютно не вижу, поэтому можете реагировать бурнее. Свет слепит глаза. Если есть какие-то вопросы, можете их задавать. Компания у нас небольшая, и я думаю, что в каком-то формате диалога мы можем существовать. Группа возникла, как нам тут сказали, аж 9 лет назад, в каком-то интервью выяснилось. Возникла она для написания песен к телевизионному сериалу
«Чума 90-е», режиссером которого я являлся и принимал там участие как актер. И туда вошли какие-то песни. Мы даже одну сегодня сыграем. И так мы начали выступать, и вот мы здесь. Это если очень коротко. Вот, про нее я и говорил, да. Следующая композиция называется «Московская любовь». Спасибо. Почти многие наши композиции, которые вы сегодня услышите, они были написаны для каких-то фильмов, телевизионных сериалов, и они туда почти не вошли. Вот, поэтому у вас будет сегодня премьера. Я могу рассказать, что вот эта песня могла бы прозвучать и писалась для того, вот, а вот эта песня писалась для этого. Мне кажется, интереснее говорить, что а вот эта песня не вошла вот в этот фильм. А вот эта песня не вошла вот в этот фильм. Ну, допустим, следующая песня «Моя твоя сигарета», она писалась для телевизионного сериала «Киллер». Нет. Я даже не знаю, по-моему, она даже туда вошла. Я не помню. Ну, и сейчас, если скажете, помню, значит, вошла. Что было двое? Да. Thank you.
темнотой синего дождя и суетой пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и привычки. И я шагаю по Садовому кольцу, лишь по лицу. В ладони мокрой теплотой и светом дымит и тлеет моя, твоя. Моя сигарета дымит и тлеет моя, твоя. А дождь гремит все над Москвой, и ты промокла. Глаза гроза и отражение окон. Дождь не оставил знакомых слов в моей тетрадке. Между нами дождь в сухом остатке. И я шагаю по Садовому кольцу, дождь по лицу. В ладони мокрой теплотой и светом дымит и тлеет моя, твоя. Моя сигарета дымит и тлеет моя, твоя. Красотой синего дождя и суетою пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и привычки. И я шагаю по Садовому кольцу, дождь по лицу. В ладони мокрой теплотой и светом дымит и тлеет моя, твоя. Моя сигарета дымит и тлеет моя, твоя. Знакомая, незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайные запланированные встречи. От волнения чуть больше говорит она и говорит особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу. И вымочила рубаху, и предложение вложений неликвидные. Хочется послать всех. Как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках. До новых встреч. Останемся друзьями. Спасибо! А, еще не ушли? Нормально. Смотрите, тихо сидим. Тихо сидим, купе. Может, в картишке? У меня там листочки, я смотрю, что мы играем, поэтому после каждой песни я кланяюсь, это уже традиция. Свет видит, я ничего не вижу. Я как лошадка кланяюсь. Мы подошли к блоку под названием «Мотоблок». Посвящен он мотоциклам, двухколесному транспорту. Сам я давно, с детства езжу на мотоциклах, на двухколесных и даже на трехколесном. У меня есть «Урал» с люлькой. И «Индиан». Про него мы тоже отдельно споем. Мотоциклисты есть? Мечтающие, латентные мотоциклисты. Это уже неплохо. Это когда журналы листаешь, смотришь, там, смотришь на мотоциклы. Но, надеюсь, будут мечты сбываться. «Соединяя города». Всего 10 часов провести за рулем, чтобы увидеть, как день догорает в сосновых ветвях. И пока рядом тихо звеня остывает мотор и мерцает Балтийское море сквозь дым от костра,
Вспоминать, как шумел в переулках сентябрьский дождь. В темных окнах дворов отражались огни фонарей. И у нас на душе становилось теплее от того, что в конце этой долгой дороги мы встретим друзей. Всем ветрам, навстречу всем просторам по всей земле, соединяя города. Тяга к внешним просторам земли не имеет границ, и гораздо важнее, чем штампы у нас в паспортах. И мы знаем, что люди всегда остаются людьми. Будь то Рига, Экибастуз или Москва, связаны одной судьбой. Летим навстречу всем ветрам, навстречу всем просторам по всей земле. Судьбой. Летим навстречу всем ветрам, навстречу всем просторам вновь и вновь, соединяя города, соединяя города. Спасибо! С фонариками было круто. Прямо уже похоже на рок-концерт. И есть отдача, потому что я вижу вашу реакцию. Давайте. Это не мы решаем, нас обычно приглашают, и на нашем радио поменялось полностью руководство. Мы их тоже всех знаем, и, к сожалению, у нас было там 2 года пандемии, отменялись фестивали, и все переносилось. И на 3-й год, по-моему, там тоже у них что-то не получилось, потому что та площадка в Завидово, которая была, она куда-то перенеслась, они вырубали деревья для того, чтобы соблюсти все технические нормы. И я даже не знаю, в каком формате он сейчас будет происходить, это фестиваль, которому там уже больше 20 лет будет. Но если нас туда позовут, я думаю, мы с удовольствием приедем и выступим. А вот теперь композиция, посвященная моему другому мотоциклу, который не Урал. Называется он «Индийский вождь». Возникла песня, которая так и называется «Индийский вождь». А на самом деле мотоцикл называется «Indian Chief Vintage», но гаишники решили перевести это название, и в ПТС у меня написано «Старый индийский вождь». Вот. Поэтому возникла песня. Каждый день рутина жизни, всем доволен не вопрос. Но уйти желают мысли в управляемый занос.
картина жизни. Всем доволен, не вопрос. Но уйти желает мысль, управляем мы за нос. На роскошном идеале, как на диване, и не важно на каком я меридиане. Кто-то ходит на футбол, кто-то ходит на футбол, а у меня другой прикол. Побыть нирване на роскошном идеале, как на диване, мне на нем, что по пустыне, что в океане. Дай свободы мне укол. Говорят, при всех раскладах у меня в кармане туза. Ну а я в ближайших датах старта новый кипосос. На роскошном Индиане, как на диване, и не важно на каком я меридиане. Кто-то ходит на футбол, на роскошном Индиане, как на диване, и не важно на каком я меридиане. Кто-то ходит на футбол, а у меня другой прикол. Побыть нирване на роскошном Индиане, как на диване, мне на нем, что по пустыне, что в океане. Дай свободы мне укол. Мотоцикл, рок-н-ролл. Спасибо! Ну а мы продолжаем наш мотоблог. И в преддверии наступления нового мотосезона песня под названием «Свобода». Те, кто на мотоциклах не ездят, смотрите в зеркала, включайте поворотники. Этот город полгода заваленный снегом. Весной ненадолго приходит тепло. Вновь зовут за собой магистралей. Начинается новый сезон в гаражах. Пропахшие маслом ладони, стылый ветер
и на визоре капли дождя. Этот мир, что несется так быстро, только тень твоего скакуна. Заводи мотор, нам пора в дорогу, туда, где ветер над землей несет облака. Заводи мотор под цилиндров рога, мы уносимся вдаль, туда, где свобода, туда, где свобода, туда, где свобода. Дорога, летящая вдаль, на просторе достойна судьба человека. Знает каждый, кому по плечу горизонт, и всегда будут вместе на трассе. Беспечные братья дорог. Заводи мотор, нам пора в дорогу, туда, где ветер над землей несет облака. Заводи мотор под цилиндром рога, мы уносимся вдаль. Дорога, летящая вдаль. Спасибо за фонарики. Это правда круто. Давайте попробуем вместе, если слова выучили, спеть. Где свобода, туда, где свобода, туда, где свобода. Дорога, летящая вдаль.
Спасибо! Следующая композиция медленная, танцевательная. Можно между рядов, где-то там сбоку. Дамы могут приглашать кавалеров. Называется «На сладкая жизнь». Стоит жара в разгаре лета. Собираешься на съемку параллельным сюжетом. На термометре плюс 35. Столик в уличном кафе давно знакомый. Как всегда на завтрак только сигареты и кофе. И нет смысла сценарий менять. На площадке день и ночь секрет успеха. Трюки, скачки, перестрелки, пистолеты, мачете. Вперемешку все сцены подряд. Тонкой нитью свет и тень в узор историй. Заплетать все чаще, повторяя судьбы героя. Растворяясь почти без следа. В утреннем городе шум автострад. Тополинной метелью по бульварам кружи. Мгновения уносятся кадр за кадром. На экранах московских кинотеатров снова в прокате «Сладкая жизнь». Взять автограф и сделать селфи. Станем все скорее друзьями на экранах планшетов, чтобы лучше друг друга узнать. Как бы только не забыть, где был, где не был. И если памяти не хватит электронным билетом, и на завтра в дорогу опять. В утреннем городе шум автострад. Тополинной метелью по бульварам кружи. Мгновения уносятся кадр за кадром. На экранах московских кинотеатров снова в прокате «Сладкая жизнь». Летая над Бали или Таймыром, мотыльками в кинозалах или телеэфире, безуспешно пытаясь понять. Йоу, йоу. С чьей стороны стекло покрыто пылью, что останется сказкой, что в итоге обернется былью. Внутри дисплея цифрового, как в волшебном фонаре, все быстрее мелькают картины. В утреннем шум автострад. Тополинной метелью по бульварам кружи. Мгновения уносятся кадр за кадром. На экранах московских кинотеатров снова в прокате «Сладкая жизнь». Мгновения уносятся кадр за кадром. На экранах московских кинотеатров снова в прокате «Сладкая жизнь». Камера, мотор, приготовились к съемке. Дубль 28, сцена 136Б. Актеры готовы? Начали! Спасибо! Спасибо.
Следующая песня, песня «Спойлер», как говорит моя дочь. Смотрели телевизионный сериал «Рикошет». Вот, и... Снова здравствуйте, друзья. Тут постучали. Это и была песня «Спойлер», а следующая композиция «Рикошет». Он уже ваш, да. Так что потом с ним проведите разъяснительную беседу, что ли. И вот для третьего сезона, ну, на самом деле песня была написана для второго сезона, но режиссер и продюсер Денис Кайрышев решил ее не вставлять и оставить ее для третьего сезона. Я не знаю, будет он или нет. Говорят, планируется, но песня уже есть, и ее можно будет сейчас услышать. Чтобы ошибки мы исправили, и для этого веками существуют правила. Работать на пределе всех систем и прорываться меж бетонных стен. Готовы быть в любой момент тому, что вдруг потушит свет. Случайный рикошет. Еще живем, а значит вдох, выдох. Своё возьмем и в свете софитов еще споем. Вдох, выдох. Всем долгих лет и голосом хриплым от сигарет мы во всю мощь крикнем. Да будет свет. Дана, чтобы ошибки мы исправили, и для этого веками существуют правила. Работать на пределе всех систем и снова каждый раз вставать с колен. Готовы быть в любой момент тому, что вдруг потушит свет. Случайный рикошет. Вдох, выдох, еще живем, а значит вдох, выдох. Свое возьмем и в свете софитов еще споем. Вдох, выдох, всем долгих лет и голосом хриплым от сигарет мы во всю мощь крикнем. Да будет свет. Да будет свет. Да будет свет. Да будет свет. Спасибо. То есть в ожидании уже третьего сезона вы потом скажете: «О, мы слышали эту песню». У нас много авторов, потому что у нас песни пишем для кино. Сейчас они уже начали попадать на радио. Основной автор стоит по правую мою руку — Сергей Монахов. Я тоже немного пишу песни и музыки, даже. Есть
мои друзья, песни которых мы с удовольствием исполняем. Это еще старые друзья из города Екибастуза, откуда я родился, и чему, в принципе, посвящено название нашего творческого коллектива. И есть автор, с которым мы работаем, Илья Ефимов, группа «Лесоповал». Может быть, кто слышал такую. И так как они не поют те песни, которые он пишет, у них была более другая романтика, уголовно-дворовая, вот, мы с удовольствием поем песни Ильи Ефимова. Вот сейчас, кстати, прозвучит песня «Аргентинская танго», «Шахтерская танго». В других вариантах она называется. И это песня моего товарища, с которым мы родились, вместе выросли в городе Екибастузе. Он борец, не в переносном смысле. Он занимается борьбой, готовит чемпионов, вот, и пишет стихи. Песня называется «Аргентинская танго». Танцует пластинка, на пару хрипит, вместе с ней патефон. Роскошные женщины, гаучо в ботинках, чинзоны ром, Аргентина вперед. А в это время шахтеры, опа, ночную кончили смену, и загрубевшие руки граненые сжали стакан. Эх, танцуй, Аргентина, для них шахтерское танго. Душа шахтера так хочет, и будет все хорошо. Буэнос-Айрес качнули аккорды гитары, желанием и страстью вторит аккордеон. До Казахстана атлантический ветер несет надрывное танго в Экибастуз. А там все те же шахтеры, опа, ночную кончили смену, и загрубевшие руки граненый сжали стаканы. Эх, танцуй, Аргентина, для них шахтерское танго. Душа шахтера так хочет, и будет все. Да-да-да-да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Че Гевара по жизни ненавидел Перона, а индейцы вообще ненавидели всех. Покорял мир футбольный виртуоз Марадона. Аргентинское танго наиграло успех. А там все те же шахтеры, опа, ночную кончили смену, и загрубевшие руки граненый сжали стакан. Эх, танцуй, Аргентина, для них шахтерское танго. Душа шахтера так хочет, и будет все хорошо. Эх, танцуй, Аргентина, для них шахтерское танго. Душа шахтера так хочет, и будет все. Да-да-дай-да, да-да-дай-да-дай-да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Будет все хорошо.
Спасибо. У нас огромное количество песен, ну какое-то количество песен посвящено шахтерам и добыче антрацита, угля. Вот. Город Кибастуз, шахтерский город, где я родился, там шахты, угольные разрезы, самый большой угольный бассейн в мире. И свою творческую деятельность я начинал, закончив ПТУ, слесарем, электриком по ремонту, демонтажу и монтажу горного оборудования 14-го разряда. Поэтому как бы нас тянет все время в угольную тематику. Следующая песня называется «Подруга». А что притихли? Прям когда раз тишина такая. По-моему, кто-то записывает даже. Что? А, 14-й разряд. А, да, с допуском на Байконуре. С допуском у меня было на космические установки. Паял. Вот. Не все установки долетали, но допуск был. Этот разряд не тот еще, наверное. Ты поаккуратнее, Саня, а то тебя тоже не выпустят. Говори, что. Не, сейчас я уже ничего не напаяю, у меня руки трясутся. Допуска на Байконур может быть достаточно. Не, на самом деле это серьезно, и может кому-то показаться, мы когда сдавали экзамен, это были такие трубы, которые задымлялись, загазовывались, имитировали движение пластов земельных, и нас запускали туда, и мы на скорость должны были прозвонить сеть и спаять. Потом все это выключалось, заходил мастер и дергал вот так все припои, если отрывалось, то ты не сдал, и опять заново. Поэтому это были экстремальные экзамены. А время все расставит. Тот, который любит, точно не оставит. И что бы ни случилось, и что бы ни сказали, и что бы ни сложилось, ни повод для печали. Ведь жизнь прекрасная штука. Не унывай, подруга. Давай, давай, давай. Время лучший доктор, лечит не иголка, а накладные ногти, красивая заколка. Часто кто счастливый, тех подозревает. Радоваться жизни, кто им помогает. Ведь жизнь прекрасная штука. Ла-лай-лай-лай-лай. Не унывай, подруга. Ла-лай-лай-лай-лай. А почему? Ведь жизнь прекрасная штука. Эта песня, и как она поется, исполнена чудес, кто любит, тот вернется. И что бы ни случилось, и что бы ни сказали, и что бы ни сложилось, и повод для печали. Прекрасная штука. Ты не унывай, подруга. Ведь жизнь прекрасная штука. Ты не унывай, подруга.
опасная штука. Лай, 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 и не унывай, подруга. Лай, 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 ведь жизнь прекрасная штука. Лай, 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 и не унывай, подруга. Ведь жизнь прекрасная штука. Все рассудит, время все расставит, время все рассудит, время все расставит. Спасибо! Спасибо единственному фонарику, который держится. А больше всех батарея заряжена была, видимо. Все остальные погасли. Ну что, у нас последняя песня в этом прекрасном праздничном отделении. Мы пойдем объявим антракт, чтобы все отдохнули. Нет, если вы так тихо будете сидеть, можем, в принципе, сворачиваться уже. Не устали? А, да не стесняйтесь. Это мы стесняемся, мы стоим, но не понимаем, что тут происходит. Тишина какая-то. О, наконец-то есть возможность увидеть друг друга. Ну, здравствуйте. Следующая композиция называется «Все будет хорошо». Весенний дождь прошел, жизнь будет продолжаться, все будет хорошо, не смейте сомневаться. Мы вспомним, словно сон, печали дней минувших, все будет хорошо. Другое дело, и даже еще лучше, меж серых туч. Ты подожди, пробьется луч моей любви. Весенний дождь прошел, жизнь будет продолжаться, все будет хорошо. Не смейте сомневаться. Мы вспомним, словно сон, печали дней минувших, все будет хорошо, и даже еще лучше. Дай руку мне, пойдем пешком весенний гром.
прошел, жизнь будет продолжаться, все будет хорошо. Не смейте сомневаться, мы вспомним, словно сон, печали дней минувших, все будет хорошо. И даже еще лучше, весенний дождь прошел. Все будет хорошо. Мы вспомним, словно сон, печали дней минувших, все будет хорошо. И даже еще лучше. Все будет хорошо. Спасибо вам. Увидимся после антракта. Снова здравствуйте. Детство прошло на июльских тропинках, среди солнца и сказочных снов. Там встречали друзей и подолгу бродили у лесных потайных родников. И время летело с тех пор год за годом, пыль седина на висках. Сегодня, мне кажется, слышу я снова родные голоса, старые друзья, наши двери в лето, одной страницей сквозь года, старые друзья, памятью согреты, остается с нами навсегда. Нас бросало ветрами по белому свету в круговерти осенней листвы. На глазах наши краски волшебного лета размывала дождливая пыль. Мы гадали судьбу на потрепанных картах автомобильных дорог, и встречные версты быстрее мелькали, возвращались вновь и вновь. Старые друзья, наши двери в лето, одной страницей сквозь года, старые друзья, памятью согреты, остаются с нами навсегда. Старые друзья,
нашей двери в лето. Одной страницей сквозь года старые друзья памятью согреты. Наши двери в лето с нами остаются навсегда. Спасибо! Песня «Старые друзья». Начинаем второе отделение. Спасибо за фонарики. А почему-то сейчас они были слева. Видимо, подзарядились в антракте. А следующая композиция посвящена славному городу Санкт-Петербургу. Называется «Успокой меня, Питер». Успокой меня, Питер, разводными мостами. Отведи мою душу куполами, крестами. Разбуди мою радость своим безразличием. Я сегодня с тобой. Здорово, привет! Успокой меня, Питер. Успокой меня, Питер. Я влюбился давно в изъяны фасадов. Мы росли на продуктах твоих полураспадов. Уходили по горло мы в гранитов глубины. Стал рассвет огневой нашим гемоглобином. Успокой меня, Питер. В небо ветер и дождь на погибель нейронов. Корабли здесь порой из стекла и бетона. Город линий дворов, подворотен и арок. Мы с тобой неплохая пара. Я готов заручиться тебе в покаянии. Дать за руки преображения. Но твои дни осколочное попадание, ночь смертельное заражение. Успокой меня, Питер, разводными мостами. Отведи мою душу куполами, крестами. Разбуди мою радость своим безразличием. Я сегодня с тобой.
успокой меня, Питер. 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 Спасибо! Дирижер в зале. Раз. Что такое съемка? А, так там запись, там аплодисменты на кнопки включили и выключили. Вообще, на самом деле, очень интеллигентный зал. Это, ну, это комплимент. А, да? Я говорю, а что так тихо сидят? Говорю, буфета нет, что ли, там это же это. Прям, она говорит, нет, у нас очень интеллигентный зритель, поэтому все сидят тихо. Места маловато. Завтра все начнется. А завтра что, полнолуние? Следующий блок песен мы посвящаем Владимиру Семеновичу Высоцкому. В этом году ему могло бы исполниться 85 лет. И так получилось, что у нас было записано какое-то песен количество Владимира Семеновича Высоцкого. Потом меня пригласили в свою колею. И возникла бредовая идея записать 22 песни. Это трибьют Владимиру Семеновичу Высоцкому. И, в общем, мы будем работать над этим. Сейчас вам покажем, что из этого может получиться. «Черное золото». Мою земною из профессий любой из нас, но чем мне чародей из преисподней наверх уголь мечем, мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвана, уложена, сколота, черное надежное золото. Да сами мы, как дьяволы, в пыли. Зато наш поезд и не уйдет порожним. Терзаем чрево матушки земли. Но на земле теплее и надежней. Вот вагонетки душу веселя проносятся, как в фильмах о погонях. И шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях. Сорвана, уложена, сколота, черное надежное золото. Воронками изрытые поля, не позабудь и оглянись в огневе, но нас благословенная земля. Прости, что роемся в чреве, не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться пылью. Не один ты, вперед и вверх мы будем на щите. Мы сами рыли эти лабиринты. Взорвана, уложена, сколота, черное надежное золото. Взорвана, уложена, сколота, черное надежное золото.
Спасибо. Следующая композиция тоже Владимира Семеновича Высоцкого. Называется она «Лирическая». Меня пугают паузы. Здесь лапы у ели дрожат на весы. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют сирени. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часы, ты выйдешь ко мне осторожно, жена. Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом. Кто-то занял. Спасибо. Начинаем ускоряться, чтобы пауз таких не было. Как только аплодисменты заканчиваются, начинаем играть. Но у меня ограничения, у меня поезд и нет пропуска на выпуск. И как бы... Так у меня работа завтра в Москве. Меня не поймут просто. Корабли Владимира Семеновича Высоцкого. Ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоду.
не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, без друзья и дела. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, без друзья и дела. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Спасибо. Если друг оказался вдруг... Так, гудит, заводится, что... А, это гитара. В смысле? Это какая песня? Если его рядом нет. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, вот это имеете в виду? Нет, если друг не вернулся из боя. А, это другая песня, да. Это называется «Он не вернулся из боя». Там в названии нет слова «друг». Оборудование собирали. На поезд уже опоздали. Он не вернулся из боя, тоже можем, но не сегодня, потому что у нас программа, поезд и аренда микрофона надо вернуть. Сейчас вернемся к первому отделению, с того, с чего все началось. Песня под названием «Дорога в рай», которая была написана для сериала «Чума 90-е», про который мы говорили в первом отделении. У каждого своя дорога в рай, ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. У
пусть люди говорят, побойся Бога, не судить, куда дорога мне. У каждого своя дорога в рай, иду по ней, не спрашивая вечность, куда ведет нас эта бесконечность. А жизнь, как спичка, вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх, то замерзает, то несется быстро. И нет, конечно, никакого смысла, кто добежит туда быстрее всех. У каждого своя дорога ввысь, под весом боли рвутся сухожилия. И я порой обламываю крылья, чтоб самому не оборваться вниз. У каждого своя дорога в рай, и пальцы ищут на стене ступени, то небо плачет на моих коленях, то сердце не желает умирать. Прощай. Спасибо. Вернемся к лирической программе, более танцевальной, ну, потому что площадка позволяет. Так что те, кто танцевал, возвращайтесь. Не по погоде.
словно за руку тянет кто-то и ведет по ночному городу ледяные у ветра ноты. Но ей не холодно и одета не по погоде, и красиво до неприличия настоящее чудо природы. Влюбленная женщина, не по погоде одетая, не по погоде влюбленная, ранней весной, как пьяно молодым, опьяненная. Не по погоде одетая, не по погоде счастливая, женщина эта влюбленная и любимая. Он спешит к ней навстречу тоже, через лед и сплошные полосы, чтоб губами коснуться кожи, потрогать волосы. Эти встречи в пустой квартире будут всеми опять замечены. Только он всех счастливее в мире. С любимою женщиной, не по погоде одетая, не по погоде влюбленная, ранней весной, как вино молодым, опьяненная. Не по погоде одетая, не по погоде счастливая, женщина эта влюбленная и любимая. Не по погоде одетая, не по погоде влюбленная, ранней весной, как вино молодым, опьяненная. Не по погоде одетая, не по погоде счастливая, женщина эта влюбленная и любимая. Женщина эта влюбленная и любимая. Женщина эта влюбленная и любимая. Спасибо! Самая рок-н-ролльная песня нашей программы называется «Попутчица». Мы второй раз получаем премию «Шансон года». И вроде бы опять номинированы 22 апреля. Должны будем получить за песню, которую вы сейчас услышите, а мы ее попытаемся сыграть. Попытаемся. Скидку сделаем. У мужчины есть позиция своя, но если быть точнее, то их две. Чтобы сердце полыхало, как моя, чтобы мысли помогали голове. И, конечно, мы не просто так живем, и, конечно, мы используем кинжал. Слава Богу, Бог придумал нас вдвоем, в одиночку я бы просто убежал. А все получится, а все получится, и если рядышком та самая попутчица, и если рядышком та самая попутчица, то нет причины над судьбою горевать. А все получится, а
а все получится. Пусть наши дети у счастливых жизней учатся. Пусть наши дети у счастливых жизней учатся. Прощать любимых и обиды забывать. Не скажу, что я покладистый всегда, и меня, конечно, есть за что ругать. Но усвоил, что когда идет беда, нужно молча, без оглядки помогать. У мужчины есть позиция своя, он способен за нее ударить в бровь. Но скажу я вам, ребята, не тая, что фундаментом является любовь. А все получится, а все получится. И если рядышком та самая попучится, и если рядышком та самая попучится, то нет причины над судьбою горевать. А все получится, а все получится. Пусть наши дети у счастливых жизней учатся. Пусть наши дети у счастливых жизней учатся. Прощать любимых и обиды забывать. А все получится, и если рядышком та самая попучится, и если рядышком та самая попучится, то нет причины над судьбою горевать. А все получится, пусть наши дети у счастливых жизней учатся, пусть наши дети у счастливых жизней учатся, прощать любимых и обиды забывать, прощать любимых и обиды забывать, прощать любимых и обиды забывать. Спасибо! Ну, заскучали, нет? Нет? Чуть-чуть рок-н-ролльчику дадим, понимая, что это издевательство над... Над стульями, да, но можно как-то ёрзать там, раскачивать мебель. Ездить в метро, любить старенький свитер, утром пить кофе в его рубашке, по выходным на даче родителей, планов у Марины на жизнь, да громадьё, планов у Алены на жизнь. Новый год загадать желание, пепел надежд растворить в шампанском, спорить с подругой про зажигание и записаться на курсы испанского, планов у Варвары на жизнь, да громадьё, планов у Динары на жизнь. Выбросить все, что не нужно, птицей в небо лететь парящей, бросить курить, отказаться от ужина, самостоятельной стать настоящей. Клан у Клары на жизнь, о, да громадью, планов у Тамары на жизнь, соло,
родителям на выходные, выспаться, сдать годовой отчет. Вторник начальнику докладные, кран починить, неделя течет. Планов у Марины на жизнь до грома ее. Планов у Алены на жизнь еще раз соло. В легенды и черную кошку, ездить в метро, любить старенький свитер, утром пить кофе в его рубашке, по выходным на даче родителей. Планов у Марины на жизнь до громадьё. Планов у Алены на жизнь до громадьё. В общем, когда мы станем большими артистами, когда будем уже в Доме молодежи выступать, там развернемся, да? Да это не от нас зависит. Мы станем большими артистами, а вы нас пригласите просто. Ну все, договорились. А тут пока въедешь, выедешь, справки, документы, печати. А вы не выезжаете. А, вот, есть секрет, я понял. Один раз въехал, и что туда-сюда мотаться? Серегу через год посмотрим. А Серегу берегите, чтобы через год был как новенький. Видишь, все. Ты думаешь, Серега первый, что ли? Вот таких вот, они раз, говорят, вот этого тормози. Наш баянист требовался там вроде. Хоп, причем все. Подходящее, нормально. Есть у вас уже. Здесь будет работать, детишек приводите, талантливый музыкант будет учить. А через год приедем и как раз на билетах сэкономим. Серега так смеется, он еще не понимает, что он для него, каждый день он будет стоять в этой очереди, и ему говорит, нет, нет. Фамилия. Каждой шутки есть доля шутки. Петров, нет такой фамилии, и откладывает. Ладно, заключительная песня нашей замечательной программы. С вами здорово, тепло, спасибо за фонарики. Следующая песня не является призывом к употреблению алкоголя ни в коем случае. Только если компота. Кто сказал по 100? По 200 и договорились. Каждому. Не меньше. Не меньше. Каждому. Непогода внутри, за окном непогода. Но все это, поверь, быстротечно, как мода. Рассыпать ни к чему свои мысли, как гравий. Брось дела, приходи, повод есть, все исправь. Давай нальем по 100, по 100. И будем жить с тобой лет 100. Давай судьбе для нас музыку закажем. Oh, yeah. Давай нальем по 100, по 100. Мы будем жить с тобой лет 100. Давай всему назло споем и спляшем.
После сотни дождей будет тысячи радуг. Не жалей ни о чем, повышай жизни градус. Станет сладкой полынь и вода родниковой. Молодцы! Просто верь, будет все хорошо стопудово. Стопудово! Стопудово! Давай нальем по сто, по сто. И будем жить с тобой лет сто. Давай всему назло музыку закажем. Давай нальем по сто, по сто. Мы будем жить с тобой лет сто. Давай всему назло споем и спляшем. Нальем по сто, по сто. Мы будем жить с тобой лет сто. Давай судьбе для нас музыку закажем. Раз, два, три. Давай нальем по сто, по сто. Мы будем жить с тобой лет сто. Давай всему назло споем и спляшем. Судьбе для нас музыку закажет. Спасибо! Спасибо! Здоровья вам, счастья, успехов, любви и всего самого-самого наилучшего. Нам желаем, чтобы вернуться сюда за Серегой через год.